каждый вожатый маленький огонек, зажигающий других. Человек, который проводит много времени с детьми, делится с ними своим опытом. Любовь. Сила. Семья. Все, что происходит здесь у нас в декабре в нашем университете, на базе нашего университета, замечательное новшество, где ребята самых разных специальностей могут получить профессиональные навыки, профессиональные знания. Скоро закончится этот проект, ребята получат удостоверение, что тоже очень важно, потому что любая официальная бумага, портфолио, ну и, конечно, самое главное – это знания и опыт, который получат они. Сейчас я прохожу курс вожатства, чтобы стать ближе к детям, чтобы проводить с отрядами, с людьми, просто новыми знакомствами больше времени. Вожатый – это профессия, которая очень сложна и очень важна. В самом отряде я нашла очень много близких и родных людей мне. Я безумно благодарна каждому.